Всем привет, всем добрый день. Добрый. Дай Бог, чтобы он был у всех добрый и у всех все ладилось и в плане здоровья, и в плане всех, как говорится, дел, чтобы все ладилось. Мечты осуществлялись. Почему пропали с эфира? Ну, очень много вопросов, очень много дел. Одним словом, моя мама Галина Степановна попала в такую ситуацию, одним словом, не то я плету, заболела, делает уколы, болит там у нее, короче, болит и болит, и уколы делала, и таблетки, вызывали и терапевта, вызывали невролога платного, пока, так можно сказать, без изменений. От того, что без изменений. Может быть, рассказываю сумбурно, невнятно, что-то непонятно. Слишком у нас много эмоций, все задействованы. И я, и Таня, и семья моей сестры. Но пока как есть, так и есть. Рассказываю то, что считаю нужным рассказывать, особо вникать в подробности я не хочу. И просьба такая к нашим зрителям, особо советы и рекомендации какие-то не давать, как себя вести. Давайте как-то будем, ну, покорректнее друг к другу относиться, чтобы не раздражать, чтобы не создавать какую-то атмосферу там, ну и все прочее. И так, можно сказать, все на нервах, и все ну так что я говорю, просьба особо не комментировать, что делать, будем разбираться сами, потому что я говорю, мы и так все стараемся и делаем все, что получается. Вот от того мы и пропали с так называемого эфира. Сейчас я пойду в сторону детского мира, кое-что поснимаю. Скоро Рождество, скоро Новый год, и как бы там ни было, жизнь идет своим чередом. Кое-что покажу, что посчитаю интересным. Потому что где-то там на площади Ленина, насколько я знаю, уже стоит елка. Буду идти пешком, все поснимаю и посмотрим, что где происходит. Вот такие, ребята, новости. Нахожусь в сквере Иконникова. Ходил по делам я в поликлинику. Напротив центр. Вот, кстати, центр ЛАДЕ. Медицинский центр. Так, пройдусь я по травичке. Пройдусь я по листочкам. Может, какой заряд энергии получу. Медицинский центр. Показываю я не зря и неспроста данное вот заведение. Вызывали невролога к маме на консультацию. Вызов врача стоит почти 100 рублей. Без малого. 86 рублей стоит. Вызов врача на дом. Курс доллара у нас 3 с копейками, там 3.20, вот так вот. Ну, понимаете, дело другой раз не в деньгах, а дело в том, что человек ждет какой-то квалифицированной помощи. А как получается, так и получается. Ну ладно, ладно, не будем о грустном. Идем, я говорю, сейчас мы идем по Ленина, идем вот в сторону детского мира. Тоже там мне надо недалеко
в одно учреждение попасть. Так что идем гуляем. Пока, как говорится, пока гуляется. Как в той песне, танцуй пока молодой мальчик, танцуй пока молодой. Но это, конечно, уже в большей степени ко мне не относится. Но смысл такой. Пока ноги ходят, надо ходить, надо жить, надо радоваться и видеть какие-то прелести в той жизни, которая происходит каждый день. Радоваться солнышку, радоваться дождику, снегу, радоваться елке, которую поставили на площади. Так что, ребята, все хорошо. Идем мы по улице Ленина. Справа от нас театр кукол. Театр кукол у нас после ремонта, после реставрации капитального. Было такое невзрачное. Вот это вот фасад остался. Трехэтажное здание. Сделали очень, я считаю, замечательно, необычно. Архитектор постарался. Вот идет представление, кстати, конек, горбунек. Горбунок, горбунек. Ну, я так ласково назвал. Театр лялек. Ну, красиво, необычно придумали архитекторы. Идем мы прямо. А слева расположено здание театра драмы. Афиша представлений, которые идут. Так что, кому интересно, вспоминайте, как давно вы были в театре. Не сходить ли вам под Новый год. Волшебство под Новый год, сказка. Ну, репертуар я весь озвучивать не буду. Но так, в двух словах, решил вам напомнить. Поход в театр – это интересно. Это волнительно, это торжественно. Надо привести себя в порядок, чтобы выглядеть соответствующим образом. Прийти, себя показать, на людей посмотреть. Посмотреть постановку, посмотреть на артистов, поднять себе настроение. Вот так.